Сьогоднішнє засідання Кабміну проведе перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Микола Азаров, уже колишній прем'єр, представить його як виконувача обов'язків очільника уряду. Такі повноваження Арбузов отримав після відставки прем'єра та усього Кабінету міністрів. Указ напередодні підписав Віктор Янукович. Глава держави доручив Кабміну продовжувати роботу, доки не сформують новий уряд. Причини своєї відставки Микола Азаров пояснив так. Дорогие соотечественники, сегодня я принял для себя очень трудное и вместе с тем ответственное решение подать в отставку с поста премьер-министра. Я принял это решение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политическим силам достичь согласия, достичь компромисса и завершить тот кризис, который начался. Те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада, создают вместе с моим решением достаточную основу для компромисса. Я хотел бы, обратившись к нашим гражданам, сказать, для меня единство, целостность нашей страны, возможность ее успешного развития – самое главное. Амбиции – это второстепенное. Я глубоко благодарен и президенту, и Верховной Раде, которая все эти 4 года поддерживала правительство, проведение сложных реформ, сложных преобразований. Я могу честно смотреть нашим гражданам. Страна в условиях мирового экономического кризиса справилась со многими проблемами, которые стояли у нее на пути. Спасибо вам за внимание, спасибо за доверие.